Так, следующее упражнение, которое я хотел бы с вами разобрать, это тяга сверху широким хватом к груди. Есть две вариации на это упражнение. Первая вариация – это если мы хотим сделать большую круглую, малую круглую мышцы, тренируется короткой амплитудой. Как вы, наверное, видели, некоторые люди делают вот раз, полностью не разгибая руку, туловище перпендикулярно полу и не меняется во время выполнения упражнений, нет никакого наклона. Я обычно в этом станке это так не делаю. Почему? Потому что я хочу задействовать широчайшую мышцу. Широчайшая мышца, которая крепится у нас и опоясывает нижнюю часть ребер сзади под лопатками, да? Она большая такая. Брум. И для того, чтобы ее достать, необходимо выполнять полную амплитуду растяжения. Как видите, позволил расслабиться и растянуться максимально. И небольшой наклон назад будет присутствовать обязательно. Только тогда эта мышца будет прокачиваться в соответствии со своим креплением. Она так и крепится. Именно вот в таком положении она прокачивается офигенно. То есть первая ступень идет задний пучок дельты, большая, малая, круглые мышцы спины. И потом только в конце, когда локти максимально внизу, вы чувствуете, как прожимается широчайшая мышца спины. Сейчас я сделаю разминочный подход на 20 повторений. Легким весом, как вы видите, всего лишь 15 килограмм. 5, 6, 7. Обратите внимание, куда я опускаю гриф. Он у меня идет в верхнюю часть груди. Бэм. И 20. Следующий подход я сделаю сразу 45 килограмм. Отдохну минутку и будет 14 повторений. Второй подход. Вес увеличил до 45 килограмм. Вы знаете, что я люблю многоповторный момент, поэтому 14 повторений. Значит, смотрите, что необходимо помнить. Локти старайтесь опускать перпендикулярно вниз, при условии, если бицепс не будет напрягаться. А как он не будет напрягаться? Представьте, как будто кто-то крючками хватает вас за локоть и тянет их перпендикулярно вниз к полу. Это называется хорошая нейромускулярная связь, когда вы не включаете и не напрягаете бицепс. Разумеется, он сгибатель, и он все равно будет пытаться участвовать в процессе. Но профики, хорошо тренированные культуристы, бодибилдеры, они умеют отключать бицепс. Если его потрогать, то он будет практически в таком дряблом состоянии при условии, что спина напрягается. Это был второй подход. Сейчас увеличу еще вес на 55 и сделаю третий подход. Отключаемся. Третий подход. Отдохнул минутку. Просто сделаю 14 повторений при условии качественного выполнения техники. Как видите, негативная фаза у меня немножко медленнее, чем позитивная. То есть быстрый рывок, потом плавное отпускание в негативной фазе. Сейчас я сделаю отдых и поставлю четвертый подход на
75 килограмм. Это для малоповторщиков, которые меня любят. И посмотрим, сколько я вытяну последний подход с большим весом. Окей? И четвертый завершающий подход, что я хочу попробовать. И обычно я с таким весом не работаю никогда. У меня максимальный вес где-то 55 килограмм. Ну, иногда 60 килограмм на 14, 18, может быть 20 повторений. Сегодня поставил 75. Посмотрю, сколько я мог сделать специально для вас. Ой, это же мой вес. Я вешу 75. Меня он отрывает от сидений. Можно было сделать и 10, и вы будете кричать, что это читинг. Да, но я же делаю. И не обосрался. 75, ну скажем, на 8 я сделал для малоповторщиков. А это был тяга сверху широким хватом в двух вариациях. Специально для вас от Папы Смита. Переходите ко мне в Инстаграм. И по ссылочкам внизу можете приобрести кое-какие добавки спортивные. Пока!